Мы идем никуда, мы не знаем результата, но мы хотим написать честную. Добрый вечер, дамы и господа. Мы рады вас всех видеть. Мы в Палермо. И мы с вами начинаем заключительный, финальный прямой эфир этой экспедиции. И сегодня на эфир у нас тема для вас. Это структура книги «Громоотводка. Удар молнии». Вот Константин Владимирович Слободенюк тут как бы передо мной. Тоже, так сказать, доволен проделанной, можем так сказать, работой. Ну, с одной стороны, это грустно. Грустно, ну да. Когда заканчивается экспедиция. Да, когда что-то заканчивается, то... Но здесь начинается. Здесь у Левитовича так все построено, что финал чего-то одного ознаменует начало чего-то другого. По-другому не бывает. Поэтому сейчас мы будем... Мы не знаем, как выглядит структура книги, только Левитович знает. То есть ни один член экспедиционного курса, корпуса не в курсе. Ну, мы с вами пойдем по банальной как бы логике. Да. То есть начнем мы, наверное, с того, что расскажем предысторию как бы написания книги. То есть мы так и напишем, значит, пункт номер один, глава номер один, это введение. Вот. И предыстория написания как бы книги, да? Книга. Вот так будет выглядеть глава номер один. То есть, ну, людям нужно понимать, почему возникла идея написания этой книги. А так как основой написания, ну, идеи самой написания этой книги был анализ сердечника, то главой номер два мы могли бы поставить сердечник, но мы это делать не стали. Потому у нас глава номер два будет научной. То есть мы будем описывать методы исследования. Да? То есть как мы будем исследовать, структура исследования. То есть мы в структуре исследования должны как бы затронуть такие вещи, как постановка самой задачи на исследование, как бы с помощью чего мы, как мы это собираемся сделать, само исследование проводить, и, так сказать, географию, почему эта география выбрана, а не какая-то другая. Поэтому вот глава номер два – структура исследования. Глава номер три – это некий исторический экскурс. Экскурс.
Кстати, как только Олег Викторович проанонсировал написание второй книги, и было понятно, куда мы отправляемся в экспедицию, было очень много вопросов, особенно со стороны американцев, британцев, и интересовало, почему именно Южная Италия, почему не Бронкс вы исследуете, как происхождение стиля, почему не США. Вот как раз вот эти главы не должны понимать, да, на этот вопрос. Да, вот исторический экскурс, он, у нас же есть и кинесская часть, где я нарисовал всю карту, помните, да? У нас есть часть некая, так сказать, южноитальянская, которая 10 программ предшествовала. То есть мы вас вводили в курс той, как бы, территории. И здесь же мы, как бы, немножко поговорим о той структуре, которая находится именно, так сказать, там, вот в том месте, где он, как бы, родился. Да? Вот. Далее глава номер 4. Главное 4. Это, я бы сказал так, направление исследований. То есть, вы помните, этих направлений исследований было 8. Они описаны вчера у вас на доске. Почему 8? Почему такие? И вот, давайте посмотрим с вами. Вот их 8, Алексей Ильич. Это историческая исследовательская линия первая. Вторая линия – это линия исследования памяти, сердечник. Соответственно, судьбоаналитическая линия отдельная, линия журналистского расследования, криминалистическая линия, культурно-историческая линия исследования, линия психологического анализа и расследование личности Касса самого. То есть вот у нас, как бы, с вами 8 линий параллельных, которые должны создать систему координат. То есть, по сути своей, значит, создать. Мы ее реставрируем, мы ее не создаем, мы восстанавливаем ее. А этот метод намного сложнее, чем создание, по причине того, что когда ты создаешь, ты знаешь, что ты проектируешь, что ты создаешь, когда здесь ты не знаешь. Поэтому один кирпич не так лег, все здание, как бы, порушилось. Поэтому здесь нужно быть предельно внимательным и понимать, о чем идет, в общем, далее. Это вот 8 направлений исследования. И далее у нас с вами начинается, вот мы произвели, так сказать, подготовительную, как бы, часть, но, так сказать, у нас с вами, как бы, здесь еще не хватает одного блока, пятого блока, главы номер 5. Которая бы нам бы пояснила, почему мы выбрали именно этих 8 направлений. То есть анализ направления исследования. То есть вот теперь, пройдя всю эту, как бы, систему, мы с вами можем начинать, как бы, описывать результаты, как бы, исследований. И первое, с чего мы начнем, первое, я думаю, с чего мы начнем здесь, это линия исследования сердечника. Да. То есть это исследование памяти. И мы говорим анализ сердечника.
глава номер 6. У нас 57 совпадений, как бы, ну, я буду подробно как бы рассказывать и на симпозиуме буду показывать как раз вся часть ратного мастерства. Анализа как бы посвящена как раз демонстрациям, так сказать, идентичности сердечников. Да? Далее. Мы с вами как бы следующим этапом должны исследовать личность Каса. То есть глава номер 7. Это 8-е расследование личности Каса. Да? Особенности личности Каса. Каса, да. Вот такая вот у нас есть. Вот. И после этого мы с вами переходим к судьбоаналитической линии. Да, судьбоаналитическая линия. Судьбоаналитическая линия. Здесь мы будем говорить о, так как мы личность исследовали, мы можем исследовать древо, можем исследовать ключи, как бы, и так далее, и тому подобное, ключевые вещи, которые как бы нам необходимы для того, чтобы продолжить дальше как бы анализ. То есть, смотрите, мы идем поэтапно. От чего? От визуального взгляда. От визуального взгляда. То есть вот мы увидели Тома Пати, сказали, что это неаполитанский стиль испанского фехтования. После этого мы начали исследовать с вами сердечник, нашли 57 совпадений. После этого мы расследуем личность Каса, понимаем, куда копать после этого. Мы судьба, то есть личность Каса это вот здесь, вот перегородка, видите? Личность Каса это вот здесь. А прошлое его семьи это вот сюда. А это уже судьба аналитическая, линия. То есть мы расследуем и сюда. Поняли, да? И тут у нас возникает криминалистическая линия расследования. Криминалистическая линия расследования. Вот. Криминалистическая линия расследования ведет нас в культурно-историческую линию расследования. Далее мы можем вспомнить, сегодня Левитович показал один объект. Мы были сегодня в Чефалу. Игорь Викторович в антикварном магазине находил короны местные, присущие как бы, Сицилии. Я выложил в своем этом, вы помните, да, это такую корону Флойду Паттерсону одевали на голову, он одевал. Мы будем показывать все это. Да. В книге есть фотофакты. Все есть, да, все есть в наличии. Да. 10. 10, да. Культурно-историческая линия расследования нас ведет к линии журналистского расследования. Вот здесь мы как раз будем документы обнародовать, беседы с мастерами, то, что удалось выяснить в ходе самой экспедиции. Документы. Да, то есть какие вещи появились,
и так далее, и тому подобное, сам анализ уже журналистский схемы правой стороны неаполитанского фехтования, которая у нас строго совпадает с судьбоаналитической линией, мы будем видеть, что все линии будут сходиться в одну точку наверху. Как бы, да? После этого мы с вами переходим, то у нас 11 глава. Журналистская. Теперь у нас пойдет после этого историческая исследовательская линия. Часть расследования. Здесь вы как раз получите фотографии место, ну и так далее и тому подобное. Гербы, геральдика, да, ну, символы. Все вот эту штуку, как бы, да. Место, где он родился, территория рыцарского ордена, фотографии, как бы все эти вещи да, вы получили. Вот, это 12 глава. Вот. 13 глава, это глава, связанная с линией психологического анализа. Здесь мы будем выводить, в чем суть системы КАСА. Помните, да? 14 глава. И вот здесь как раз эта глава, так мы ее называем и назовем суть системы КАСА Дамата. Как выглядит его система по-настоящему. Вот то, что вы видели, это введение в систему. А теперь мы добрались до сердца системы. Как она выглядит по-настоящему. И по сути своей, мы как бы вот могли бы этими 14 главами как бы ограничиться. То есть по сути своей сделать 15 главу в виде выводов, и это как бы все. Но я решил напоследок, сделать еще один анализ, которого мы не производили публично, но который я произвел за последние 2 дня. Было бы, ну как бы, я бы сказал, неэтично по отношению к прошлому, по отношению к прошлым мастерам. Не сравнить в лоб один из трактатов неаполитанского фехтования в полном объеме с системой Каса-Дамата. В правой линии Франческо Велардита, которой и относится система Каса, нам вырисовывается очень интересный персонаж. Смотрите. Они очень похожи с Каса-Дамата. Очень похожи. Смотрите. Большой маэстро. Прекрасный учитель, воспитатель, ученый. Вещь эта доступна на русском языке. Вы ее можете лично читать и убедиться. То есть, вот если уж это станет как в матрице в падальцу, тогда не просто не будет, то есть я выхожу за рамки системы, за рамки исследования.
Но считаю, для полной констатации, вот, вывода 100%, вот взять трактат неаполитанского фехтования Бласко Флорио и проанализировать его на осях с системой Каса Д'Амато. Поэтому мы напишем. Системный анализ. Анализ трактата неаполитанского фехтования Бласко Флорио и системы Каса Д'Амато. То есть, если это так, то системы должны стать как матрица в патрицу. То есть, они должны быть абсолютно идентичны. Правильно? Конечно. Правильно. Вот. Вот мы с вами, так сказать, в прямом эфире по приезду и будем это как бы делать. Сравнивать трактат Бласко Флорио и сравнивать, так сказать, систему Каса Д'Амато, которая у нас нам уже с вами в какой-то части известна. После того, как трактат Бласко Флорио окажется абсолютно идентичен. А я вам точно скажу, что окажется абсолютно идентичен. И это не подтасовка, чтобы кто-то там себе не придумал мультфильм. Просто... Я по ней поспал две ночи. И... Нет, так а до этого сколько времени на исследование, на перевод Бласко Флорио, на изучение этого трактата? Нет, я просто говорю, что вы сможете проверить это абсолютно. В свободном доступе находится. А он, да, я буду сравнивать вещи, которые вам известны. Ну, абсолютно. Так когда он окажется абсолютно идентичен системе и логика, и этапы, и все остальное, и техника, вся окажется идентична, мы сможем с вами констатировать на 100%, что корни системы Каса, корневая система, это система неаполитанского стиля испанского фехтования. Тогда мы с вами совершенно технично пишем главу номер 16. Комплексные выводы из исследования. Выводы из исследования и, извините, главу номер 17. Мы ее так и назовем — перспектива. То есть, почему мы хотим написать главу номер 17? Потому что мы задумали книг 5, а напишем только 2. Вот одну уже написали, а эту сейчас пишем. А нам бы хотелось написать книг 5. Да. Поэтому возьмем на себя смелость порассуждать на тему, чтобы еще можно было бы написать о системе Каса Д'Амато. И такие мысли уже есть. Да, потому что, вот уже, например, название 4-й книги у меня есть уже. Она называется «Качающаяся сцена». Да. А вот название книги номер 3 у меня еще нет. Опять? Тоже нет. Да, вот поэтому вот хотелось бы поразмышлять на эту тему, вот что бы мы могли с вами как бы сделать, написав вот следующую как бы книгу. Ну, плюс вы помните, Олег Викторович ставил просто таким образом, что одна из книг может быть из этой серии, может быть вне этой серии, будет посвящена прикладному аспекту там, в бизнесе. Вот, да. И вот это как раз «Качающаяся сцена». А, да. Это 4-я книга. Да, это 4-я книга. Вот 3-я книга, она вот как бы мне как бы видится пока смутно, но она уже как бы есть. Да, почему? То, что я тут занялся калабрийской историей, как бы, да, и мне хотелось, ну, как бы, вот, попробовать все-таки
сравнить и реставрировать вот корни. Да, построение жизни Каса и вот определенной структуры здесь на юге Италии, как бы, да. Попробовать вот это сделать, да, то есть, безусловно, с реставрацией методики, с реставрацией системы фехтования, как бы, которая применялась, ну, она окажется, как бы, сразу скажу, она кажется палермитанская, а не неаполитанская, потому что именно палермитанская превратилась в неаполитанское фехтование, да? Вот, но, вы же понимаете, поколения как бы шли, мы изучим одну, изучим вторую, как бы, и можем сопоставить, и у нас еще глубже проникнуть в стиль Каса. Мы еще сможем глубже проникнуть в этот стиль Каса. То, что мы здесь не обсуждаем само неаполитанское фехтование, вот как таковое, вот в глубину. В глубину не обсуждаем. То, что мы вам дали возможность самостоятельно читать трактаты и самостоятельно сопоставлять, чтобы не было такого, что я кого-то убедил. А можно вопрос? Ну, да. Вот если бы мы сравнили стиль Каса с какой-то геометрической фигурой, вот это что? Потому что вот вы видите глубина, да, то есть вот эту геометрию можете дать какой-то образ? Я сейчас попробую. Если образ, он очень прост. Если вы нарисуете круг и впишите в нее звезду Давида, то вы получите эту геометрию. Угу. Вот так. Это некая геометрия стиля Каса. Да. И неаполитанского фехтования. Насколько будет уместный вопрос, почему так? Или... Все просто. Вот он круг, вот полумесяцы, ограниченные точками. А, вот треугольник, вот углы испанские, вот, вот углы атаки, вот углы, вот два конуса пересекающихся одновременно противника, ну, и так далее, и тому подобное. То есть весь неаполитанский стиль, вот его модель. Благодарю. То есть, если у меня палермитанский стиль, у вас будет то же самое. Геометрии абсолютно идентичны будут. Да, в том-то все и дело. Архетипы и логические модели будут разные, а геометрии будут одни и те же. То есть, вот 17 глав, книга будет достаточно увесистая. Вот, по размеру достаточно большая. Там только 57... примеров сердечника нарисовать Алексею Викторовичу будет достаточно непросто. То есть это 57 сцен нужно нарисовать примеров сердечника. Но я буду сейчас просто показывать, он будет сразу снимать и уже будет сразу думать, как это рисовать. Это не один день, это он, наверное, в течение пару месяцев это будет длиться, как бы, рисование этого всего. Вся книга будет займет где-то январь и февраль. Два месяца, как бы, мы ее будем писать. То есть она уже будет готова, она уже практически готова. Да. Теперь ее нужно написать и прочие вещи, ну и прямые эфиры, безусловно, провести, связанные с каждой главой. То есть 17 прямых эфиров нужно провести. Мы здесь, безусловно, в книге сделаем список литературы и источника, чтобы... Да. Так как принято. Да, чтобы у вас не было никаких, в общем-то, сомнений в том, что мы... Вот, исходили исключительно из научной базы, а не из собственных домыслов и, как бы, рассуждений. Да. Вот. Поэтому, в общем-то, можете посмотреть, вот она выглядит именно таким вот, как бы, способом.
Что еще бы мне хотелось добавить? То есть я еще не знаю третью книгу, как она будет выглядеть, как название. Пятая тоже не знаю. Третью, вот четвертую могу уже сказать. Но она, соответственно, будет связана с техникой, тактикой, методикой тренировки, как бы, безусловно. В основном она будет связана с методикой и системой обучения, подготовкой и индивидуализацией. То есть, ну, понятно, что мы будем пытаться сейчас искать корни этого всего на исторической родине той организации, которая, как бы, где вот в какой среде вырос Карл. Ну, то есть вырос он в Бронксе, но рос он в среде своей семьи. Естественно, я это имею в виду. Вы просто чтобы, ну, это, чтобы есть люди, которые докапываются до слова. Нет, так, ребят, вы же прекрасно понимаете, кто был вот в том же Чайна-тауне в Нью-Йорке и так далее. Там прям районы, Малая Италия, то есть она неогражденная, как гетто, как бы. И в Бронксе то же самое. То есть, как бы, там, где живут итальянцы, вот, вот целый блок живут итальянцы, блок живут евреи, блок живут эти ирландцы, блок там, ну, и так далее. То есть это, как бы, не новость никакая для Нью-Йорка. Кто был в Нью-Йорке, тот это знает. Да, и они, вот, в общем-то, и кухню, и быт, и условия, ну, все сохраняют для себя. То есть, поэтому, да, действительно. Ну, и родители, вы же, как бы, прекрасно понимаете, отец там немалое влияние на Касса оказал. Там. Ну, так в документах 1910 года перепись населения написана. Дамиан Адамат не знает английский язык. Он не может ни писать, ни читать итальянский язык. Соответственно, на каком языке он изъяснялся со всеми детьми? Ну, известно. Ну, да, то есть. Да, поэтому вот видите, то есть мы, как бы, ничего не выдумываем, мы вот структуру книги создали, она готова, и по сути своей наша задача, как бы, теперь это все положить на бумагу, нарисовать, провести симпозиум, который начнется буквально через несколько дней, как бы, провести симпозиум, показать, вот. И, конечно, безусловно, вот это все исследование, оно имеет ключ, разгадку, тайну, как бы, которая, в общем-то, будет разгадана уже на самом симпозиуме. Да, то есть, потому что вот, как бы, все это исследовалось не просто так. То есть как раз симпозиум об этом. О разгадке вот этого всего. И о системе, которая позволяет судьбоаналитическим методом, как бы, управлять судьбой, как бы, человека. Поэтому симпозиум обещает быть крайне мистическим, что может быть еще мистичнее, чем судьба человека, и крайне интересным. А самое главное, очень, я бы сказал так, с прикладной точки зрения насыщенным. Как в спортзале, в фехтовальном зале, так и в аудитории на лекциях. Поэтому вас всех ждем с прибольшим удовольствием на симпозиуме, готовимся вас встречать. И мы, как бы, в общем-то, провели большую работу, и нам, честно говоря, хочется с вами поделиться результатами этой работы. Я не могу не просить слово Олега Викторовича. Понимаете, как бы, такой работы, таких, я бы сказал так, таких книг сейчас не пишем. Вот это первый тезис. Это заявление, можете его, говорят, класть в банк, куда хотите. Я вот вспоминаю слова кандидата психологических наук, очень близкого друга Олега Викторовича, который является юнгианцем, если не ошибаюсь. Да. Да, то есть вот, это Гвича Александр Николаевич Сергеевич. Да, Александр Николаевич, про вас речь. Да. И вот однажды был проведен эксперимент научный. То есть Олег Викторович дал Александру Николаевичу на изучение, на прочтение некую книгу. Я так понимаю, что это была пачка Денервайс, «Величие меча», ну, из не, трактатов. Мы обсуждали. Обсуждали, да. Обсуждали, да. И, как бы, и вот что говорят, как бы, сегодняшние, вот даже кандидаты психологических наук, что таких книг вот сейчас уже сложно написать, потому что оно на таком количестве стыки наук. Пишутся такие вещи, вот про фехтование, вот такие фундаментальные вещи. Так вот эта вот вещь, она не менее фундаментальна, а другая абсолютно. То есть не ну, здесь, как бы, мы выясняли, в чем суть системы Касса. Да. Что мы не только, как бы, выясняли корневую систему, мы же ее с какой-то целью выясняли. Зачем? Вот представьте, сидит себе Мальцев в кабинете, ему делать нечего, этому Мальцеву. Он сидит и, как бы,
думает, о, Кас Дамата, такой классный парень, когда он там умер, да хрен знает когда. О, Майк Тайсон, офигенно, блин, давайте еще побоксируем, там, давайте сделаем пару марафонов. Вы что думаете, мне что, заняться, что ли, нечем? Я ж не просто это все выясняю, я шел к корневой системе с одной единственной целью, понять суть системы КАС. Как человек, с помощью чего? Потому что все, что объяснил Том Пати, если вы возьмете первую книгу и все это будете делать, никогда вас не сделает чемпионом мира. Никогда. Это фломастеры. А чтобы рисовать научиться, нужно, извините, Академию художеств закончить. Понимаете? Вот эти, то, что я вам дал в первой книге, это краски, кисти, карандаши и все. То есть я вас снабдил профессиональным набором для художника. Но рисовать это вас не научит. А вот эта книга вам поможет научиться рисовать. Именно эта книга. Потому что это учебник по живописи. Это учебник по живописи. Вы будете знать, где искать ответы на вопросы, которые у вас будут возникать. Потому что здесь все изложено, все ответы на вопросы изложены. И самое главное, показана система, как Кас Дамата добивался этих результатов. С помощью чего? Понимаете? Вот это самое важное. Потому что то набор кистей, красок и так далее и тому подобное. А здесь описано, как это делается. Понимаете? Поэтому эта книга, она самая важная, вторая, потому что это корень, это фундамент дерева. То есть, если вы этого не понимаете, вам первая книга, она для развлечений. То есть, если Сонди мы начинаем читать с четвертой книги, да, то это со второй. То эта книга, это серия со второй книги. Да. С этого мы должны начинать читать, со второй книги. Почему она вторая? Почему она не первая? Да откуда я знал, что будет вторая, Господи? Что, не понимаете? Это вот мы здесь руками своими все это доставали. Как бы, вы что, не понимаете? Вам кажется, что я все знаю наперед. Много, но не все. Много знаю, но не все. Я не могу предвидеть, что мы выходим, тут стоит Архангел Михаил, блин, вот такого размера, блин, с весами, там, с мечом, да, то есть, ну, уж куда более, скажем так, куда больше доказательств еще. И именно поэтому я повторюсь, чтобы было понятно всем. Это личный восторг от членов экспедиционного корпуса и от наших братьев и сестер, которые наблюдают, от наших партнеров, лично Олег Викторович, за вот эту грандиозную, феноменальную работу. Юля, вы это все видели в прямом эфире. Вот эта феноменальность, то есть... Книгу никто не пишет в прямом эфире, невозможно это. Во-первых, потому что это пишется книги годами у людей. А здесь вот видите, как бы вот 16 дней, вот результат на доске. То есть вот этого всего не бывает. Но если в руках прикладная наука, если в уровне подготовки, вот живой человек перед вами, Олег Викторович Мальцев, это возможно. Ну вот, да. Как и написано в трактате неаполитанского фехтования, который называется «Невозможно». Возможно, возможно. Это символ. Вот. Я думаю, что... По сути своей, мы одну из книг так и назовем. Невозможно, а возможно. Да, мы так одну из книг и назовем. Невозможно, а возможно. И объясним, почему оно возможно. Да, это очень важно. Поэтому, наверное, вот третью, я так предполагаю, мы сделаем про, вот, я бы сказал так, образ жизни и про вот эту систему, которая формирует как бы личность человека. А вот пятую уже невозможное возможно сделать. Ну, как всегда, пятый ящик ума попал, он всегда какой-то вертикальный, какой-то иксовый. Да. Номер пять он всегда такой. Да, невозможное возможно. Мы так и сделаем. Да. Да. В чем она будет, загадка пока для нас? Вот мы как раз на перспективе и порассуждаем. Ребят, тут еще такая ситуация, вы же понимаете,
Я бы мог написать тебе 5 книг достаточно быстро, но... Понимаете? Вот есть такой момент, он с вот чем связан. Не так просто найти людей, не так много людей осталось, которые Каса Дамата знали лично. Вот один из них Том Пати. Наш товарищ как бы в Америке. Он Стив Лот, как бы. Скотт Вайс, да, Стив Лот, Стив, да, то есть люди, которые занимались этим вопросом. Теди Атлас, уже опять, мы не можем взять интервью у Теди Атласа вот сейчас. Ну, по определенным причинам. Не зависящим от нас. Да, мы не можем как бы человека вывести как бы, ну, вот, в состояние, когда он может говорить. Кевин Руни туда же. Да, Кевин Руни, мы тоже, он заболел, мы не можем его посадить перед камерой. Да. Я бы с удовольствием поговорил с Руни долго и обстоятельно, но, к сожалению, ничего как бы не получается, да, в этом вопросе. Потом мы будем искать дальше как бы глубину этой системы, как бы мы будем брать эту глубину как можно глубже, начиная вообще вот с тех условий жизни, в которых там живут. И смотреть, как это, ну, все работает. Понимаете, да? Вот. Поэтому я думаю, что тут много загадок, много тайн и очень много прикладных вещей, которые позволяют добиваться результатов. Да, потому что, например, вот мы будем искать ответы на вопросы первой книги. Потому что первая книга ставит вопрос. Пример очень просто. Как переключается красная и зеленая кнопка? То есть вот о чем пойдет речь. То есть вот как раз третья книга будет о том, как это все делается. Отчасти ответ есть во второй книге, но отчасти. Да, он теоретический. Да, а да. Я хочу написать практическую книгу. То есть как переключается зеленая и красная кнопка. Как. Там много вопросов как. То есть на вопросы почему там отвечено. На вопрос, что делать, потому что книга номер один – это что делать. А вот как это сделать, это будет книга номер три. Вот видите, мы с вами уже рассуждаем на эту тему. Вот уже это третья книга, теперь пришлось придумать название. Да, ну, название я придумал. Да, Алеша нарисует вам обложку третьей книги. Да. Четвертое, нам известный материал мы собираем, там ну, много. Интересно, как бы вещей, ну, поработаем над этим вопросом. И очень интересный момент, связанный с вот этой пятой книгой, мы не знаем ее содержание еще. То есть, вот видите, вот так мы поработаем на перспективе. Какова перспектива следующих трех книг? Да, и как раз вот у нас получится очень насыщенная, очень интересная книга, которая позволит человеку самостоятельно для себя исследовать свою жизнь. Да. Я думаю, что она будет полезна не боксерам, не тренерам, это само собой, не фехтовальщикам, а вообще людям. И как личность сформировать правильно, и как... Навыки строятся, и как знания приобретаются, и как результаты достигаются те, которые невозможны. Понимаете, да? То есть вот такая вот. Ну, мы с вами разговариваем в день рождения газеты «Нераскрытые преступления». Я пользуюсь случаем, я сегодня вот в присутствии главного редактора как бы поздравляю любимое издание как бы с днем рождения. Тут практически основной состав, не считая наших адвокатов, да, находится газета «Неоскрытые преступления» в данный момент в студии, как бы, поэтому как бы, мы все, так сказать, поздравляем газету свою как бы, с трехлетием. Как бы, спасибо огромное всем, кто участвовал в формировании газеты, в реализации самого проекта, в превращении уже в рабочую редакцию как бы, газеты как бы, и в, так сказать, в выводе ее на международную арену и, так сказать, уже в выводе газеты на такой проектный уровень, когда мы уже как бы, говорим, что это не просто сформированное как бы, издание, которое известно уже в Европе и в Соединенных Штатах Америки, но и
как бы, что эта газета, она будет развиваться дальше, у нее будут все более и более грандиозные, как бы, проекты в следующем году, и мы, в конце концов, как бы, в общем-то, думаю, что мы вас удивим, да, так сказать, новыми достижениями. Вот, так вот. Ну и вот как раз к Арсению Владимировичу слово, как бы, он тоже, наверное, хочет поздравить. Мы, знаете, как по законам жанра вчера успели записать поздравления, когда новогодние поздравления записываются за день-два до Нового года. Да. То есть мы поздравили всех. Ролик в эфире, безусловно, можете его посмотреть. Знаете, вот вчера, когда Виктор Ильич сказал, что до начала интервью, что я даже себе, ну, не мог представить, что вот на такие объемы сможем выйти вот в этом году. Я сижу, честно говоря, сижу, слушаю, и вроде как да, а потом начинаю вспоминать, ну, то есть, знаете, как к объективности призываю себя, что было. Начинаю вспоминать и понимаю, что у многих десятилетий жизни хватает для того, чтобы сделать эти вещи. Потому что для этого нужны ресурсы, люди, эксперты, условия. Нет, вы можете дать любому изданию, любому телеканалу этот объем. Вот, годовой в Украине, я не знаю, как в России, не знаю, как в Европе, может, вот это, но вот в Украине, если дать любому изданию, вот, вот этот объем, я думаю, что им понадобится около 1000 человек для того, чтобы решить. О, да-да-да, это вообще длинный разговор, да. 1000 человек для того, чтобы решить эту задачу, и насколько она качественно будет решена, вот это вопрос большой. Вы же прекрасно понимаете. Вы же еще помните, еще мультиязычие нужно. Угу. Мы добились мультиязычия того, что не добился в Украине никто сегодня. Мы говорим на 5 языках сегодня. Мы говорим на 5 языках. А в свое время наши оппоненты в великой российской постимперии, как бы, говорили о том, что это развод, это лохотрон, это сектант Мальцев разводится. Ну вот мы сегодня говорим на 5 языках. Вы видели, как это выглядело в этом, в проекте, в самом, в «Громоотвод, как удар молнии», когда люди говорили в прямых эфирах на испанском, на немецком, на английском, на итальянском и так далее. Мы говорим на 5 языках сегодня. И, к сожалению, для вот вас, для оппонентов, которые существуют, которых Виктор Ильич тоже вчера поздравил, не только с говорим на 5 языках, но и в этих 5 соответствующих странах печатают материалы этого издания и взаимодействуют. А, то есть вот так вот. Так что... С днем рождения, Викторович, низкий поклон вам, потому что без науки, без технологий, которые встроены, вы правильно все сказали, там, и 1000, и 2000 человек хотя бы долбятся, ничего не произойдет. That's what professional boxing is about. Gotta be clever, gotta be smart, and not get hit. It's what he does that makes him a hero, and what the other fellow doesn't do that makes him a cow. It's just so simple. You could hit him, he can't hit you. That's what the science of boxing is all about.